Друзья, всем привет! Как видите, я заряжаю аккумулятор. Новый аккумулятор, вот его цена 2800 гривен. Значит, в чем причина-то? А все в внезапной поломке, друзья. Короче, буквально позавчера я спокойно завел свой автомобиль. Ну как спокойно, я почувствовал, что что-то как-то тяжеловато запустился, но с первого раза как бы что-то. Ну думаю, может аккумулятор чуть-чуть подсел, еще по... Подумал его подзарядить слегка потом по приезду. Но потом, когда я приехал в другое место, я поставил машину, минут 5-10 постоял, опять завел. Вроде бы тоже как-то оно туго, ну как туго. Чувствуется, что не так резво стартер. Думаю, что-то не то. И когда я приехал уже в другое место, в третье, можно сказать, поставил автомобиль на 3 часа, по-моему, он стоял. И когда уже надо ехать домой, я стартер, ну, включил, как обычно, все там, приборка засветилась, все это, насос начал качать топливо. Я начинаю заводить, а оно... И что-то тут затрещало, короче, и приборка начала моргать, там, короче, думаю, что такое? Ну, я же вроде бы ездил, и аккумулятор должен подзарядиться. Зарядная это работает в автомобиле. Я опять, оно трещит что-то, и ничего. Я подумал, что все, это значит сдох аккумулятор. Меряю напряжение на клеммах, на этих вот. И что вы думаете, какое напряжение? 10 целых, там, по-моему, 2 десятых, ну что-то такое там, до 5. В общем, 10 вольт. Ну, раз 10 вольт, значит что? Так как у нас 6 банок, одна банка, я думаю, замкнула. Ну, что-то с ней случилось, так как аккумулятор не разборной, но не разберешь. Но я думаю, надо же как-то ехать. Вот. Пришлось прикуриваться от другого автомобиля, друзья. Ехать на этом аккумуляторе. Вот приехал в гараж, я думаю, ну поставлю на зарядку, чем черт не шутит. Может что-то там это зарядиться, не зарядиться. Заряжала сутки его, ну, свой старый аккумулятор. Нагрелся он, такой был горяченький. После зарядки, ну думаю, сука, а стрелка не падает. То есть обычно, когда аккумулятор заряжается, он выбирает себя, да, ампераж, а он не падает. То есть стрелка как стояла там, то есть, а сутки уже прошло. Я снимаю клеммы, меряю напряжение. А напряжение 11 с чем-то. Ну, как бы он, те банки зарядились, а шестая банка-то не заряжается. Но, ну, 11,5 вольт. То есть все, аккумулятору хана. И вот я решил купить. Ну, не то, что решил, а надо купить, потому что машина нужна, нужно и за водой ездить, и так, если что. Вот, пришлось найти денежек вот и купить. Но сейчас я вот подзаряжаю новый, он тоже как бы не 23-го года, вот. Вот я заряжаю и буду ставить. То есть вот такие дела у меня случились с аккумулятором. То есть аккумулятор старый, вот я нашел гарантийный талон, покупался, смотрите, 02.10.18 года. То есть он буквально и 5 лет, ну почти 5 лет, но не 5 лет. Там 4.6, там 4.7, ну короче, почти 5 лет. То есть аккумулятор Варта вот такой вот, 45 ампер. Видите, у меня проходил почти 5 лет. Не знаю, как этот аккумулятор будет ходить, вот, надеюсь, так же. Вот, лишь бы не меньше. Вот такие дела. Вот такой аккумулятор. Ну, он, да, типа азиатский, потому что он узенький. Вот. Ну, нету нигде в магазинах. Один единственный магазин нашел, чтобы купить. Естественно, в интернете есть. Вот, можно было в интернете заказать и дешевле, но вот интернет есть интернет, там мне надо сразу. Вот, и пришлось вот покупать. Да и мало ли, что там при перевозке случится, потом опять отправлять, а тут на месте отвозить его тут 5 минут. Ну, естественно, дали гарантию на год. Вот, ну, в общем, такие дела, друзья. Варта. 5 лет службы. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайк. До свидания.